О спорте. Футбольный клуб «Тверь» одержал победу в очередном матче футбольной национальной лиги 2. В поединке 17-го тура коллектив Вадима Гаранина на выезде оказался сильнее клуба «Луки Энергии» из Великих Лук. Счет в матче открыли гости на 53-й минуте. С пенальти отличился Игорь Турсунов. Этот гол оказался единственным во встрече. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Твери». Добытые в Великих Луках 3 очка позволили команде Вадима Гаранина остаться во главе турнирной таблицы. Отрыв от второго места составляет 2 очка, комментируя итоги встречи с великолукской командой. Наставник тверичан Вадим Гаранин отметил, что матч был тяжелым, и тренерский штаб не может быть доволен качеством игры. К сожалению, в последнее время у нас проскакивают такие вот эпизоды в играх. И сегодня где-то чуть больше, где-то чуть меньше, когда мы недовольны и не видим то, что мы тренируем.